требовал президент. Льготные билеты всем дальневосточникам. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому расширилась программа субсидированных перелетов. Раньше билеты по низкой стоимости могли приобрести пенсионеры, граждане с инвалидностью, многодетные семьи и молодые люди до 23 лет. Теперь же субсидии доступны всем, кто зарегистрирован по месту жительства на Дальнем Востоке. На эти цели из резервного фонда правительства России выделили 5 миллиардов рублей. По льготным тарифам можно будет улететь по 21 маршруту. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они о расширении программы и будут ли покупать такие билеты. Вчера узнала. Наслышан об этом приятном для нас, особенно пенсионеров, событии. Будете ли вы приобретать льготные билеты? К сожалению, не смогу воспользоваться этой льготой. Моя трудовая деятельность в городе Магадане завершена. Знаю. Я и раньше покупал. Было даже и 8-9 тысяч. Планируете ли до Москвы? В этом году покупать? Да. Конечно, это очень удобно. Конечно. Я очень рада, что правительство наше добилось для всех калмычанин. Спасибо им большое. Я не попадаю ни под одну льготную категорию. Ну так теперь для всех. Ну если будет возможность, конечно. Да, читала. Планируете ли покупать в этом году билеты? К сожалению, уже купила. Для меня давно действует, но и это я тоже знаю, о чем вы спрашиваете.